она команда сильнее, выглядит более сплоченной. Я не верю, что будет стабильный сезон у тренера. Команда играет с перепадами, и не думаю, что там молодежь накатывает, что было обещано, да. Конечно, нужен результат для... Просто команда сейчас выглядит сильнее. По крайней мере, одно звено, оно явно выделяется у Акбарса. Ну, там есть свои проблемы, конечно, но я думаю, что в одну шайбу они в основное время победят.